Густой смог в эти дни окутал столицу Украины. Самые сложные условия складываются в Киеве в утренние часы. К загрязнению воздуха добавляется густой туман. Это вызывает на дорогах многокилометровые заторы и частые ДТП. Население опасается, что смог может негативно отразиться на здоровье. Власти объясняют, что причиной аномалии является теплый антициклонный характер погоды. В регионе нет осадков и полностью отсутствует ветер. В связи с этим замедляется циркуляция воздуха. Осложняет ситуацию сезонное сожжение листвы и высокая загруженность дорог транспорта.